Нет, пожалуйста, не трогайте меня, прошу. Давай сюда деньги и прекрати скулить. Поцелуй Лолиты. Эй, Диего, отличный день! Да, Бернард, похоже, будет весело. Если хотите знать мое мнение, это просто глупая трата времени. Мария, это будет отличный праздник. Много музыки и фехтовальный турнир. Молодой человек, я уверена, что вам с вашими друзьями это доставит большое удовольствие. Но знаете, во сколько этот праздник обойдется простым людям? Нет, не знаю. Так я скажу тебе, что я не единственная, кто считает, что это непростительная расточительность. Видите? Безобразная расточительность, бездумная. Но все ждут, не дождутся праздника. Думаю, на это можно потратить немного денег. Это зависит от того, каким трудом они тебе достались. Диего, у меня плохие новости. У моей подруги Арлис неприятности. У танцовщицы? У танцовщицы? Тебе чем-нибудь помочь, Арлис? Да чего же мне не повезло простудиться в такой день? Ты о том, что сегодня я должна была выступать на танцевальном конкурсе? О, нет, ты наша лучшая танцовщица! Пожалуйста, постарайся выступить! Ты что, не видишь, что она больна, Бернард? Лолита, дорогая, может быть, ты выступишь вместо меня? Кто? Я? Я знаю, ты прекрасно танцуешь и не участвуешь в конкурсе только потому, что не хочешь, чтобы я проиграла. Поэтому прошу, выступи вместо меня. Но я не могу, я не готовилась к выступлению. Тогда мне придется танцевать самой. О, нет, пожалуйста, Арлес. Я не знаю, как смотреть людям в глаза. Хорошо, Арлес, будь по-твоему. Не знаю, что у меня получится, но я буду танцевать вместо тебя. Я уверена, ты победишь, Лолита. Ты уверена? Правда? Еще бы. Давай, Гонсалес. Вы победили. Ты мне не соперник, Гонсалес. Простите. Вы лучше всех, лейтенант Габриэль. Он прав. Весь этот турнир ни к чему, мы и так знаем, кто будет победителем. Да, это правда. Они говорят правду, лейтенант. Во всем мире нет ни одного фехтовальщика, который мог бы одолеть вас, кроме, пожалуй, что Зорро. Что такое? Но я уверен, что на празднике в честь губернатора будет столько солдат, что Зорро не осмелится даже близко подойти. Так что вы будете победителем. Если Зорро посмеет показаться, его ждет смерть. Как скажете. Солдаты, скорпионы в горах снова напали на людей. Опять эти разбойники. Мы выступаем прямо сейчас. Собирайтесь. Нельзя терять ни минуты. Мы должны ехать немедленно, или они уйдут. Капитан Джекил, боюсь, мы не можем ехать. Что такое? Сегодня мы проводим церемонию в честь приезда генерал-губернатора. Вы здесь недавно, капитан Джекил, и, боюсь, еще не знакомы с правилами, принятыми у нас. Мы не можем уехать. Генерал-губернатор приезжает сюда раз в год, и мы должны произвести хорошее впечатление. Вся армия участвует в церемонии, это относится ко всем, включая вас. Но скорпионы уйдут! Послушайте, Джекил. Командир Раймонд дал нам четкие указания, чтобы церемония прошла гладко. При всем уважении, лейтенант, если скорпионы останутся безнаказанными, они будут нападать вновь и вновь. Я поеду один. Удачи вам, капитан Джекил. Передайте от меня привет банде скорпионов. Не могу поверить, что он поедет один. Это безумие.
И я покажу этим ленивым псам, что значит быть солдатом. Никогда такого не видел. Что до этого нового капитана, то он такой упрямый, что вряд ли задержится в наших краях надолго. Это вы о капитане Джекиле? Да он безумец. Один день в году военные могут отдохнуть, у нас праздник, а он хочет ехать в горы преследовать бандитов. Вы можете в это поверить? Преследовать бандитов? Армии так почти все время тратят на охоту на разбойников. Вот именно. Так что хотя бы один раз в году мы могли бы и отдохнуть. Но почему ему вдруг взбрело в голову за ними гоняться? Слушай, это военная тайна. Банда скорпионов опять взялась за свое. Совсем недавно был ограблен торговец в порту. Его лавку разнесли в щепки. Они забрали все, деньги и все ценное, что у него было. Так вот почему капитан Джекил решил преследовать их в одиночку. Мы пытались объяснить ему, что поймаем их в другой раз, но он уперся. Ленивые трусы! Что важнее, маршировать на праздник или защищать невинных людей от бандитов? Ты должен ловить преступников, а не набивать себе брюхо. Как вы можете называть себя солдатами? Не понимаю. Знаете что, генерал-губернатор очень важная персона. Мы так заняты приготовлением церемонии, что не можем отвлекаться на ерунду всякую. Диего, это платье подойдет для танцевального конкурса? Да, теперь ты точно выиграешь. Ты тоже танцуешь на конкурсе, Лолита? Да, уверена, будет очень интересно. Да, лейтенант будет очень рад, если ты победишь. Что? Что? Да, ведь победительница танцевального конкурса должна поцеловать победителя фехтовального турнира в конце церемонии. Лейтенант наверняка победит, так что если ты выиграешь танцевальный конкурс, тогда ты только представь. Вот здорово-то будет. О, нет. Лолита, какой ужас! Если бы я был искусным фехтовальщиком, я выступил бы в турнире и победил. И тебе бы не пришлось целовать его. Ну, тогда шансы у меня не очень большие. Да, думаю, ты права. Ладно, тогда и я не буду стараться. Что будем делать, Диего? О чем ты? О том, что Лолите придется целоваться с Габриэлем. Тебе все равно? Конечно, я не могу этого допустить. Но нельзя забывать и о скорпионах, между прочим. Что? Пока все солдаты заняты организацией праздника, скорпионы наверняка попытаются использовать эту возможность и снова напасть. Милый! Не волнуйся, он в порядке. Просто немного ушибся. Не убивайте нас. Хорошо, тогда отдай нам все деньги. У меня нет денег! Не надо шутить! Знаем, что у тебя есть деньги, просто скажи нам, где они, или мы будем говорить по-другому. Ты ведь не хочешь, чтобы твоя семья пострадала, правда? Милый. Хорошо. Я отдам вам деньги. Только не трогайте моих детей, умоляю. Скорпионы, бежим! Молодцы, что предупредили. Теперь бегите, готовьтесь к празднику. Вы уверены, что это были люди из банды скорпионов? Да, они отправились к скале мертвеца. Спасибо, вы молодцы. Капитан! Капитан!
Скорпионы? Вы уверены? Это точно, говорю тебе, у них на седлах нарисованы скорпионы. Что? И тогда капитан Джекил поехал за ними к скале мертвеца. Похоже, он храбрый человек, но в одиночку со скорпионами не справится. Лети сюда, птичка! Что это? Генерал-губернатор, мы надеемся, что вы получите удовольствие от нашего традиционного праздника в вашу честь. И чтобы не испытывать ваше терпение, я предлагаю начать конкурс. Сержант Гонсалес, прошу вас. Дамы и господа, мы открываем этот вечер танцевальным конкурсом. Это Диего, ну где же ты? Первая участница сегодня сеньорита Нэнси Лопес. Хорошо, я понял. Ребята, мне нужна помощь. Подойдите на секунду. Тебе всегда нужна помощь. Тоже замучил уже всех своими просьбами. Что случилось? Что такое? Что происходит? Солдаты? Именно так, негодяи. Ну как, нравится? Скоро твой выход, Лолита. Надеюсь, ты победишь. Проклятие! Дьявол, это Зорро! Зорро! Зорро? Я не мог позволить вам сражаться со скорпионами в одиночку, капитан. Вы храбрый человек, но вам нужна моя помощь. Помощь мятежника! Так держать, я знаю, ты сможешь, Лолита! Вы неплохо фехтуете, Джекил. Ты тоже, Зорро. Слишком даже хорошо для мятежника. И победила? Сеньорита Лолита. Да, да! Отличная работа.
Зачем ты помог мне, Зорро? Я всегда буду сражаться против зла. И все-таки ты прячешь свое лицо за маской. Ну-ка посмотрим, кто ты на самом деле. Капитан Джекил, сегодня я не для того, чтобы драться с вами. Я сорву с тебя маску. Мне нужно вернуться на фехтовальный турнир. Мы еще встретимся, капитан Джекил. Вернись и сражайся. В другой раз, обещаю. Адьос. Этот день скоро настанет. Начинается финальный бой фехтовального турнира. Лолита? Лолита, теперь у меня есть за что сражаться. Я знаю, что выиграю турнир. И тогда, Лолита, мы должны будем поцеловаться. Финальный бой. Обнажить оружие. Начали. Получай. С удовольствием. Бой закончен. Победил лейтенант. Быстрее, Вьенто, быстрее. Сегодня мне удалось увидеть прекраснейших танцовщиц и лучших фехтовальщиков. За свой удивительный танец позволь наградить тебя, Лолита, этим золотым ожерельем. Большое спасибо, сеньор. И шпага для лейтенанта Габриэля. Благодарю, сеньор. Это большая честь. А теперь, дамы и господа, в конце церемонии победители должны поцеловаться. Ну что ж, моя дорогая, сегодня ты должна быть счастлива, как никогда. Наберись мужества, Лолита. Подождите! Зорро! Опять ты! Зорро! Что тебе здесь нужно? Скажем так, Габриэлю придется сразиться еще с одним соперником. Да, да, да! Ты одолеешь его, Зорро! Надеюсь. А! Ну что ж, за дело! Гонсалес! Окажи мне услугу, проследи, чтобы все было по правилам. Да, но... Почему бы и нет? Лейтенант без сомнений прикончит его. Это приказ. Слушаю, сеньор. Это Зорро. Будем надеяться, Зорро победит. Неплохой бой, мятежник, но приказ есть приказ. Я победил. Зорро. Мне не нужен приз, но я хочу получить твой поцелуй.
запомни, Лолита. Ты должна целоваться только с тем, кого любишь. Взять его. Надеюсь, мы продолжим в другой раз. Стреляйте! Ну, стреляйте же! Будь осторожен, Зорро.